Этот дом на Сретенском бульваре хорошо известен всем москвичам. В начале века здесь помещалось акционерное общество «Россия». Здесь был своеобразный московский Монмартр. Вблизи располагался знаменитый «Футемас» – центр революционного искусства 20-х годов. Под крышей этого дома в конце 60-х находилась мастерская художника Юло Соостера. Здесь он работал, здесь и умер в октябре 70-го года. Знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье, который по приглашению Союза архитекторов принимал участие в разработке первого проекта реконструкции Москвы, предложил снести большинство построек этого района, заменив их садами и парками. Лишь этот дом должен был остаться нетронутым. На вопрос, почему он так считает, он ответил: «Я измерил толщину стен этого дома и должен сказать, что еще не изобретен динамит, который смог бы их разрушить. Дом и поныне стоит на прежнем месте, а вот мастерской Соостера больше не существует. Она сгорела во время пожара, вскоре после смерти художника». Юло любил это место. Быть может, потому что виды из окон напоминали ему шпили и башни старого Таллина. В одной из них находилась первая в его жизни мастерская. Конечно, с обывательской точки зрения может показаться, что мир становится все хуже и хуже. Это и надоедливый шум заполонивших нас автомобилей, и страх перед катастрофой, которой нас пугают газеты. Но для тех, кто умеет смотреть, жизнь предстает такой же полной открытий и наслаждений, какой она являлась для поэтов прошлого. Он оставил после себя своеобразную и сильную, пока, к сожалению, почти незнакомую зрителю живопись, десятки иллюстрированных книг, сотни, может быть, тысячи рисунков. Он успел сделать самое большое, что может сделать художник. Создал свой мир. Необычный, таинственный, нередко пугающий. И все-таки неодолимо притягивающий к себе. Это остров Хиюма, родина моих предков. Когда отца спрашивали, что собой представляет этот остров, он отвечал так: это место, где облака входят в лес, а затем выходят из него. В южной части острова находится деревня Эммаста. Тут провел свои последние годы мой дед Иоганнес Соостер, мастер музыкальных инструментов. Широкий зритель знает Соостера больше всего как иллюстратора фантастики. Стотысячные тиражи Брэдбери, Азимова, Саймака широко распространили его необычную графику. Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников, но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так, из ничего, из ниоткуда. Нет объяснения у чуда, и я на это не мастак. До конца своих дней Соостер вспоминал выставку в Манеже, участником которой он являлся. Выставку, которую так и не увидели зрители. Хрущев, обозревавший выставку в сопровождении тогдашнего руководства Союза художников, обратился к Соостеру с вопросом: «А вы откуда приехали, молодой человек?» «Я приехал из лагеря», — ответил художник. Он был репрессирован в 1949 году в числе 70 тысяч эстонцев и 7 лет провел в лагере под Карагандой. Ведь сейчас Соостер признан одним из классиков эстонского искусства. Да, это так. Вместе с Раудом и Вирейтом. И так недавно он не был даже членом Союза художников, не удостоился этой чести. Нет. Искусство
часто способны изображать мир совсем не таким, каким мы его видим. Оно способно снимать покровы с него и обнаруживать те глубокие пружины и механизмы, которые находятся под его поверхностью. Огромное открытие Саостра состояло в том, что он видел какую-то могучую, кипящую и чрезвычайно мощную по заряженной энергии проматерию, стоящую и лежащую на глубине под всеми предметами, вещами и организмами. Но еще более интересно он сделал открытие. Он обнаружил, что эта материя структурная, что она не является однородной, а что обладает особым свойством сгустков, которые пронизывают ее на всей ее поверхности. Он видел мир как огромное количество капель какого-то дождя, которые находятся рядом друг с другом. Когда разглядываешь рисунки, Юло, невозможно избавиться от ощущения, будто ты приоткрываешь завесу над самой глубокой тайной бытия. Как все меняется. Что было раньше птицей, теперь лежит написанной страницей. Мысль некогда была простым цветком. Поэма шествовала медленным ветком. А то, что было мною, то, быть может, опять растет и мир растений. Сомкнутые веки, выси, облака, воды, броды, реки, годы и века. Это собор в Кяйне 16 века. Говорят, что он был очень красивый, но во время войны в него попала бомба. Мой отец, будучи ребенком, ездил сюда со всей семьей, с санным поездом, с бубенцами на рождественские богослужения. В нескольких километрах от собора находится хутор Пенди, можно сказать, родовое гнездо семейства Состеров. Я почти каждый год бываю на острове Хиюма и приезжаю на этот хутор, и застал еще те времена, когда все строения были в полном порядке, посреди усадьбы стоял большой двухэтажный дом. Но, к сожалению, наша семья оставила хутор, и он пришел постепенно в полный упадок. Ну, о тех годах может лучше рассказать тетя Меди. А вот когда начал рисовать? Как родился. Как уже он понимал, что есть карандаш, и если карандаш в одно время не особенно богатые были, и он сам себе делал эти угли. Сам зажигал деревья и там рисовал. Каждому дереву, каждому лисочки и газету. И даже снял эту шкуру, березу. И туда не карандашом, а делал такую палку, палочку с этим рисовал. Мы в детстве село сели в деревню дедушку. А
как мама относилась к тому, что он рисовал? Но мама, когда он маленький был, ничего, тогда не должен был работать. А когда уже больше был, другие все работали, а он себе спрятал. Все равно где. Под кустиком или сиделье начинал что-нибудь придумать и рисовать. Он вообще любил очень всякого придумать и всякого такие фокусы делать, что он сам не понимал, что не хотел такой быть, как другие. Вообще чувствовал, что должен что-нибудь по-другому. Другие работали, а он где-нибудь под кустом и рисовает. Поэтому он говорит, что тогда, когда небо и луна, и он хорошо все может думать, и потом, и никто, что никто не нашли утром. И тогда бабушка начинала утром кричать, что «Ило, где ты? Ило, где ты?» Все мы прожили свою жизнь, как под распущенными парусами. Кто на море не жил, этого не поймет. Мир без ветра ничего не стоит. Я в таком мире не выживу. Скукота хуже дьяковой проповеди. Ветер может пробрать тебя до кишок, а буря задаст тебе трепку не хуже той, какую задала старому Ааду из Пилдувель. Ааду решил, что он может раскрутившуюся на полный мах мельницу ухватить за крыло и остановить. Вцепился он когтями в крыло, а крыло подняло его вверх, как мешок мякины, и давай кидать то вверх, то вниз. Аду же кричал, спускаясь, иду, иду, а поднимаясь, ухожу, ухожу. Пришел я как-то нанимать парня на корабль и спросил у его матери, где сын. Так она кивнула головой на то чило и сказала, нож точит. Должно танцы будут. Другой раз такие драки были, что один раз было чуть туйло не убили. Был он очень веселый, а если кто-нибудь обидел, тогда он сердитый был. Я помню, что один мальчик пришел в большой палке, хотел пить его, а у меня была велосипед. Я быстро с подругой собирала его, на велосипед и домой. И так спасли его.
У нас была очень большая семья и такой обычай, что все собирались на Рождество в деревне. У бабушки и дедушки был большой дом, и они елку делали. И тогда это время еще не были такие украшения на елку. Делали печенье и конфеты, и яблоки. И я помню, как Ило любил очень яблоки, и он вообще любил сладкого. И несколько раз было так, что бумага висит на елке, а пойдешь на цвет, и она пустая. Поэтому Ило уже успела это кушать. А он такой был, что ругать нельзя было бы, поэтому он делал такой вид, что это положено так. Это мои родители. Отец познакомился с мамой далеко от Москвы. В 49-м году, а май месяце, я поехала в Тарту. Было уже был там в тюрьме. И ночью мы пошли, чтобы видеть еще Ило. И темная ночь была, я помню. Я кричала: «Подожди, Ило, подожди, я приду!» Оно по-эстонски: «О, ты, Ило, ма тулен кое!» И он потом сказал, что слышал очень хорошо. Под вагоном пошли туда, где их вагоны стояли. И как раз попали эту дверь, откуда Ило пошел. И он еще меня делал ласково и сказал, что не плачь, сестра, я приду. И там конвой был и сказал, что быстро уходите, быстро уходите. А я это время ничего не боялась и стояла там. Я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною. И в лютый холод, и в июльский зной, под красною, ослепшую стеною. Шок бы мне синего моря, на игольное только ушко, чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
куда сквозь ини на окне не видно света Божья, безвыходность тоски вдвойне с пустыней моря схожа. Она была так дорога ему чертой любою, как морю близки берега, всей линией прибоя, как затопляет камыши волненье после шторма, ушли на дно его души, ее черты и формы. В года мытарств, во времена немыслимого быта, она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа, опасности минуя, волна несла ее, несла и пригнала вплотную. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего погребального дня. Продави ты мне банку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю на полоке у самого краюшка. Я сомненья себе изгреблю, разомляю я до неприличности ковш холодный и все позади. И наколка времен культовичности засинеет на левой груди. Продави, продави, продави. Вы видите у этих рисунков обожженные края. В лагере рисовать было нельзя. Однажды охранник, увидев рисунки Йоло, швырнул их в огонь. Йоло бросился за ними, выхватил их оттуда и поплатился за это передними зубами. Угорю я, и мне угорел. Характеристика
на ЗК Соустер ЮИ. Соустер ЮИ проделал большую работу в период подготовки здания к лагерной партийной конференции, а также в оформлении украшения здания к октябрьским праздникам. Трудолюбив, дисциплинирован, честен, исполнителем, никаких нарушений лагерного режима не допускает. Начальник промышленного отделения Зернов. Бессоветную, сколько лет отдыхал я в раю, променял я на жизнь беспросветную, несусветную глупость мою. Протопи ты мне панику по белому, я до белого свету отвык. Угорю я, и мне угорел. В 1956 году художник Юло Соустер вернулся из ссылки и поселился в Москве. Здесь начался новый, последний.